кому? Я обычный пациент. Конечно. А кто ты? Вчера, когда вы попали к нам в больницу, случилась очень странная вещь. Теперь, если один из нас что-нибудь чувствует... Что с вами, доктор? То второй чувствует то же самое. Понимаете? Ау! Можно мне вот такой же салат? Доктор, все в порядке? Я собираюсь сегодня напиться. Получил скорострел. Ты не собирался приехать! Ух, и переволновались мы с тобой, да? Да пошел ты! Пит, я влюбился. Так это здорово! Но я не знаю, в кого. Покажи мне свою девушку. Ну вот мы и встретились. Я тебя не знаю даже. Я не позволю тебе, слышишь? Ты же не собираешься бить нас? А где мои пластинки? Все очень серьезно. Надо бежать! Ну, короче, я сорвался. Зато поживу на полную. Осталось мыть. Позор. Может, не работает? Я же сказал, не пил. Да не, работает.